Судье, как Станиславскому, в течение ближайших 3 недель придется понять, кому из них верить. Никаких доказательств, никаких ссадин и синяков за давностью лет нет. Пара развелась в 2017-м. Это ее слово против его слова. На стороне Деппа – любовь зрителей, поклонников, вклад в мировой кинематограф. На стороне 34-летней Хёрд – вся мощь и напор движения «Мету». Ее адвокаты стараются раздуть дело до масштабов скандала с Харви Ванштейном. Популярный в современном мире мотив – голливудский тяжеловес обижает хрупкую женщину. Иск подан Джонни Деппом против британского таблоида «The Sun». Автор статьи в 2018-м утверждал, что Депп избивает жену. И возмущался, что Джоан Роулинг, писательница, которая борется за права женщин, приглашает такого монстра на главную роль в новом фильме «Фантастические твари». Джонни Депп утверждает, что судится с издателем таблоида не из-за денег, а из-за своей репутации. Он не хочет в 57 лет показаться всему миру в роли «Синей бороды» и этим бесславно завершить свою карьеру. Его бывшая жена пришла сегодня в суд, держась за руки со своей сестрой и адвокатом. Это воплощение женской солидарности. Деппа спросили в суде, считает ли он, что деньги, влияние и слава дали ему свободу, которой нет у других людей. Он ответил, что в жизни ему очень повезло. Его также спросили, окружает ли он себя людьми, которые всегда и во всем с ним соглашаются. Это он опроверг. Вспомнили инцидент, когда Деппу был 31 год. Он разгромил номер отеля в Нью-Йорке, но тогда же заплатил штраф. Его бывшей жене в 1994-м было 8 лет, и она тогда еще не знала о существовании этого человека, потому что популярные среди детей фильмы «Пираты Карибского моря» были сняты позже. Судья спрашивала, бывало ли, чтобы Депп в ярости портил вещи в доме. Он признался, что разбил за жизнь пару ваз. Актеру припомнили инцидент 1999 года. Тогда Депп стукнул по руке английского папарацци. Тот пытался сфотографировать его с беременной Ванессой Паради. Ожидается, что и Паради, и другая бывшая подруга Деппа, актриса Вайнона Райдер, дадут показания в его пользу. То есть, проще говоря, откажутся называть себя жертвами его агрессии. Не поддержат начатое последней бывшей женой движение.